Здорово, морячки! Это Адмирал, это прохождение карт Майнкрафт, и сегодня у нас карта под названием «Найди выход». Карта с элементами головоломок, паркура, в общем, все, что вы любите, и мы начинаем. Приветствую тебя. Тестер карты Хитрак. С карты помогал Хитрак. Окей, карта от Позитивчика. Ссылку на карту, кстати, я оставлю в описании. Прочитай правила. Фирма в сундуке. Все. Так, что у нас тут? Сюжет, правила, сложность. Авторы. Ну, давайте начнем с сюжета. Вы самый обычный трудяга, у которого нет семьи, вы весь в долгах. В последнее время вы стали работать на неоплату квартиры и еду. А только на еду. И каждой ночью, когда вы засыпаете, вы понимаете, что скоро вы не будете спать в этой квартире. Однажды вы просыпаетесь и понимаете, что вы появились не там, где обычно. Нет вашей кроватки, тумбочки, все везде белое с плохим неплохим освещением. Вы пытаетесь разобраться с этим всем дерьмом. Ну а дальше... А да, кстати, вас зовут Лукас. Вот. Кому интересно, все люди с именем Лукас выглядят вот так вот. Итак, правило не использовать никаких читов, играть на Game Mode 2, прорисовка чанков по желанию ниже 6. В конце цените карту от 1 до 10. Играть можно с другом, но нельзя использовать ТП. Играйте. Давай играй. Вот если что, в общем, подсказка, книгу надо кинуть в дыру, а дальше, я думаю, ты сам поймешь. Удачи. Сложность мирная. Создатель карты Позитивчик, помощник Хитрак и тестер Алекс Кит. Отлично. Я так понимаю, дырка вот эта вот. Да. Может, погнали? Так, выберись из комнаты. Позитив, Позитивчик и... Чё? Данка 2008. Кто автор карты? Ну, скорее всего, Позитивчик. Черт, что это было? Так, паркур. Сохранись. Отлично. Обожаю паркур. Ай-яй. Ну, почти получилось. Сохранил сопа. Что это за мир? Так, надо подождать, пока прогорю. Так. Ага, ну это будет долго. И нудно. Как? Почему? Так, максимально в угол отходим. Поворачиваемся, отпускаем shift. Прыжок с места, и я цепляюсь головой. Вот чисто ради интереса. Наконец-то! Я сохранюсь. Так, все, все, на все кнопки желтые понажал. Понажимал. Боже, выпустите меня. И опять паркур! Да вы чё? Так. Хорошо. А, да? Угу.
салона. В чем проблема сделать высокие потолки? Ребята, мой совет. Делать высокие потолки. Не обязательно в Майнкрафте, у себя дома, в квартире, там не знаю, где вы живете, в шалаше. Минимум. Стоп, а как? Че это сейчас было? Я сейчас не понял, что произошло. Так. Ладно, я понял. Надо разобраться с потолками. Потому что это прям надолго. Если что, музыка будет еще актуальна. Потому что... Наконец-то я это прошел. Наконец-то. Боже мой. Сохранится, обязательно сохранится. Идем дальше. Вопрос. Где вопрос? Две древесины. Как сделать 8 палок? Две древесины. Две доски. Две древесины, наверное. Беги. Беги. Я не знаю, что там, я не хочу оборачиваться. Так, смотри, не ошибись. А, стоп. То же самое, что ли? Как сделать 8 палок? Ну, блин, если не 2, тогда 4. Не устал? Не, я не устал. Эй, ты кто такой? О, кто таков? Найди кнопку. Так, а подождите, а кнопка может ставиться? Да, ставится, значит, где-то в печке. Ну, давайте поищем. Нет. А, еще наверху. Блин, она по-любому наверху будет. А, еще и внизу, я понял. Ладно. Так, но это прям
жестко, я предлагаю поступить каким образом? Сначала одну сторону посмотреть. Допустим, начнем с потолка. В самый угол встать и смотреть, 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 смотреть. Каждый. Главное не пропустить, а то я так быстро клацаю, что я боюсь не увидеть. Так, она может только в левой части быть правильно, эта кнопка, по идее. Потому что она в готовых предметах быть не может, то есть только в левой части. Где огниво кидаем, либо же какой предмет. А вот она кнопка. Да, сюда. Якорь в бухту. Идем дальше. А теперь загадки. Загадки я люблю. Я их обожаю. Так, деревянная кирка может ломать камень. Окей. Окей. Ну, соответственно, подсказка «сломай камень». Ну, это было... Это что, вся загадка? Серьезно? Да, у меня на паркур ушло времени на эту загадку. Ставить на песок раздувной курок. Я еще раз повторюсь. Головоломка была гораздо проще, чем паркур. Так, а здесь что надо сделать? Мысли. Кто же этот аноним? Так, так, так. Ага, тут что-то. Надо правильный рычаг. Наверное. А, я понял, это игра. Короче, нужно переместить этот редстоуновский блок куда-то. А, соответственно, вот под вот эту штуку, да. Перемещаем. Вот сюда надо. Окей. Пробуем. Так, наверное, надо левый. Тут так, а ну еще раз. Вот, взять, так, вот этот взять, нажать на него. Дальше попробовать следующий. Есть такое дело. Теперь убрать тот. Не-не-не, так вот. Теперь убрать вот этот, убрать вон тот левый. Есть такое дело. Взять вот этим блоком, убрать. Теперь взять другим блоком. Получается, где он? Здесь? Нет. А может быть, вот то, что рядом стоит, вот этот. А что там здесь вообще? Не понимаю. Ладно, так, его тогда убираем. Убираем его, и как он это достается. Вот, да. Замечательно. Теперь, так, теперь включаем либо вот этот блок, который справа, справа два, которые стоят. Справа два. Вот слева получается. Да, получилось. Нам надо как-то его забрать. Вот. Так. Стоп, стоп, отлично. И нам его надо как-то вниз продвинуть, я так понимаю. А как мы это сделаем? Вернись. Отлично. Так, мы не трогаем. Эти уже свое дело сделаем. Нужно с правыми думать. Так, давайте попробуем второй рычаг. Нет, назад. А нет, стоп, оставим второй. Включить мы тот дальний. И нижний. Получается, вот этот, да. И... О, все, открылось. Легчайшая головоломка. А, вот такое я люблю. Нажми правильно. Я так понимаю, просто надо найти кнопку, которая работает. Давайте с пола начнем. Проверим. Тут просто нужно нажать кнопку, которая спасет. Теперь начнем со стены. Нет, нет. Да. Все, идем дальше. Страдай, страдай. Я страдал на паркуре, а не на головоломках. А теперь не рычаг. Кто меня мог так ненавидеть? Скорее всего, блин, это картина. Проход в картине должен быть. Мне кажется, 100%. Надо зажать Shift и попрыгать, полазить, посмотреть, где есть проходы. Потому что картина на всю стену, это всегда говорит о том, что есть проход. Есть проход.
Но если нет прохода, то извините. Ну, видимо, извините. А что тут написано? Получается, рычаг? Серьезно? Так просто? А, давай, дальше. Нет, нет, нет. Легко. Забрали. Что за кнопка слева? А, подсказка. Рычаг в радиусе 3 блока. Ну, понятно. Ладно, возвращаемся. Повторюсь. Так, ну, нет, на другой надо, наверное, поставить. Что? Где-то дверь открылась. Картиночка, картиночка. 100% в картине. Я прямо чую. Я этого не делал. Вы ничего не видели. Что-то еще открылось. Так, смотрим, смотрим, смотрим. Здесь. Стоп! Стоп, вот здесь. Вот он, рычаг. Здорово. Так, хорошо. Что у нас? Рычаг. Что-то голова болит. А что надо сделать? Ну, идем дальше. Стоп. Говорит какой-то голос. Рычаг где-то в начале. Но где же? Три рычага. Три рычага. Ну, я понял, где-то здесь. Один. А. Сталкер. Думаешь, умный такой? Иди ищи дальше, сталкер. Хорошо. Что я найду? Вон, я нашел. Забрать. А это рычаг. Скорее всего, здесь второй рычаг. Ну и нужно найти третий. Он, наверное, блин, я не знаю. Может быть, в левом аквариуме. Сюда можно как-то посмотреть? Нет. Так, стоп. А ну, я пойду сейчас открою рычаги. А здесь по сторонам надо посмотреть. Ничего нет? Вот сюда. Идем дальше. Все три рычага на месте. Раз, два, три. Включаем, включаем, включаем. Это было проще простого. Вопрос. Вопрос я люблю. Как получить кварц? Чего? Кварц? Четыре адских камня? И не знаю. Неверно. Ладно. А тут еще варианты есть? Нет, все. Ну, да, блин, кварц, я не знаю. Четыре назеритовых камня. Мысли. Я вспомнил. Вчера я был в баре. И увидел, как бьют человека. Я к ним подошел, а дальше... А дальше сколько в этой комнате тыкв? Серьезно? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Мой ответ 17. Сколько? Все, так. А-а-а, да? Стоп. А что за кнопка? Давайте понажимаем. По-любому что-нибудь дозначит. Но если не значит, то... Ну, то и ладно. Хорошо. Скорее всего, второй вариант. Ладно, ладно, проходим. Ха! Так, меня избили, я пошел домой. Я запомнил лицо одного. И сейчас вопрос, сколько кнопок? А все, не пройти. Ну, их было около... Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Какие варианты там есть? Так, 23, 24... А, блин, они все близко. Так, ну вот давайте предположим, было 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ладно, я был близок.
23, так 23. Не забывай. Так. Ты под моим контролем. О! Снова мои любимые. А, нет. Ну ладно. Просто мысли. Найди пароль. Черт. Знал бы я, кто ты. Так, это проход. Найди проход. Давайте найдем. Супер, это не просто. Книжечка. Пароль. Какой? Пароль 59. Обманывают. Смотрим дальше. Не 59. Стоп, а если... А, ну я понял. Я понял, ладно. Логично, логично. Логично. Стоп! Я знаю, кто ты. Никто не знает, кто я. Тут ничего нет. Ладно, ладно, идем дальше. Хорошо, поздно. Я все понял. Нет, я буду держать тебя. Эх, не будешь, вот эти рычаги, конечно. Сюда. Открыть. Пойдем дальше. О. Аквариум. А ну, тут вот это у нас что засунуло? Сюда. А теперь идем. Блин, прикольная дверь, кстати. И с этой стороны ничего нет. Книжки, книжки нет. Нет, 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 нет. Вот так вот. Что? Где-то потеряли. Потеряли мы сундук. А вот здесь. Ага, с другой стороны. Так, вот тут, по-моему, еще дырочка какая-то, нет? Нет? Или это тень? Ладно, все, тогда еще один. Так, хорошо. Да-да-да, я иду за тобой. Ну нет! Ну за что этот паркур? Так, если что, я готов. На характере просто. Идем, идем. Я на просторах океана еще и не такое проходил. Легчайшее. Для кого? Для величайшего. Неужели выход? Я иду. Ты не смог. Так, смотрим, смотрим, смотрим. Сундучок. Аноним. Я больше не могу контролировать эту реальность. Но знай, я не дам выйти тебе. Готово. Так, внизу, внизу, смотрим, внизу что-нибудь есть? Нет. Алмаз. Идем дальше. Взорвать. Что? Динамит? Конец первой головы. Ага. А, я так понимаю, это уровни нам показывают, какие были. Оцените карту. Ну, карточку. Я думаю, можно оценить на 10. Нет, я ставлю 9 из-за паркура. В начале. Не 10, значит, не идеально. А если 10 нажать? Спасибо, бро. Так, а если 8? Ну, я так тоже считаю. Вот тогда на восьмерочке остановлюсь. Это из-за паркура. Из-за паркура. Я его просто не люблю. Так, ладно, телепорт. Информация. Хей, ну что, понравилось? А сюжет заинтриговал? Если хочешь вторую часть, то поставь положительную оценку на сайте, где скачал данную карту. На карту ушло огромное количество времени, поэтому надеюсь на тебя. Начну создание второй части только после того, как на видео с трейлером карты наберется 20 лайков. Все зависит от тебя, будет вторая часть или нет, ну а я пойду отдохну. Хотел бы тебя поблагодарить за то, что ты дошел до конца этой карты. Ты узнал сюжет, и я думаю, тебе интересно, что будет дальше. Ну что ж, не скучайте по Литтлгейму 3, а я пошел. Еще раз спасибо за игру на моей карте. А, и смайлик. Ребята,
Ну, что касается карты, ссылку на карту я оставлю в описании, и я сразу же скажу. Вторая часть этой карты есть. И я ее обязательно также пройду, как и первую. А вам необходимо просто поставить лайк, написать комментарий, вообще любой, подписаться и нажмите вы на этот колокольчик, чтобы не пропустить видео. А с вами был Адмирал. До новых встреч. И я снова уплываю на просторы карты Майнкрафт. Пока-пока.